Всем привет! Очередной выходной у нас. Приехали вот на то же поле, где были в предыдущем раз. Вот здесь вот дорога старая начиналась, заходили вот тут вот на опушке где-то. Тогда попались довольно-таки монеты в сохране. Решили сюда опять прийти походить. Трава пока маленькая. Уже ходим, наверное, минут 20-30. Пока только крышечки от пенициллина и сельскохозяйственные железки попадаются. Вот у брата первый монитос выпал. А полушка, наверное, пенициллинская. Он охуенно так сыграл. Вот такая маленькая. Екатерина вторая. Всадник вроде есть. Наверное, полушка Екатерины второй. Да, вот всадник видно четко. Вот тут вензель Екатерины второй. Год пока 1779 вроде. Ну, надо чистить точно, я пока не скажу, но 1779 вроде. Сверху какая-то хрень есть. Полушка Екатерины второй. Сейчас почищу сюда, покажу. Стопудово. Сейчас идем вот туда, вот на ту высокую гору, где в тот раз петры попались в хорошем сохране. Находочки покажу, что будут. Ребята, продолжаем поиски. Выпала у меня вот такая пломбочка. На ней написано 12-212. С другой стороны ничего нету. Вся такая покоцанная какая-то. Ну, как бы, наверное, старая. Иду вверх. Ребята, прошел буквально 3 метра, где показывал пломбочку. Опять зацепил сигнальчик, выпала точно такая же пломбочка. Здесь написано также 12-212, а с этой стороны орел. Значит, на той тоже орел, просто там она смятая какая-то. Точно такая же пломбочка выпала. Странно это как-то. Две штуки рядом. Кто-то что-то распаковывал. Если орел, значит, наверное, царская. Еще. Сейчас брат подошел ко мне поближе. Зацепил тоже сигнальчик. Тоже выпала точно такая же пломбочка. 12-212. С этой стороны орел. Чуть лопатой зацепил. И вот, короче, буквально на 10 квадратных метрах уже 3 таких пломбы выпало. Все одинаковые. 12-212. Кто-то тут что-то распаковывал такое. Опломбированное. Ну, здесь вот дорога шла, вот она. Вот тут вот у берез у двух. Мы в тот раз ходили по ней, там что-то ничего не нашли. И где-то здесь она переходила. Ну, этот ручей, наверное, в советское время выкопан, канал. Вот здесь где-то, наверное, дорога туда шла. Вот здесь где-то туда. Тут деревня недалеко была, вот там за полем на горе. Сейчас вот идем туда вверх, где петры попадались. Ребята, брат вот здесь нашел пломбочку. Вот здесь. Вот здесь зацепил точно такой же сигнал. Сейчас будем смотреть. Еще одна такая же пломбочка или что-то другое. Давай. Не выкопал. Выкопал. А тут точно такая же. Сейчас смотрим. Что-то вот сюда вывалилось. Вон она. Да? На туре пломба. Опять пломбочка выпала. О, это другая, это 14-420.
С этой стороны тоже орел. Царский. Или не орел. Что-то затертое такое. Да, наверное, орел тоже был. Но это другая. 14-420. Фига, уже четвертая пломба на одном месте. Что-то тут распаковывали конкретно. В царские времена. Ну-ка, сейчас еще. На, вот здесь, короче, походи сейчас. Что, такой же сигнал? Такой же сигнал. Ну-ка. Вот здесь, наверное, в комки. Да, в комки. О, еще одна пломбочка. Держи. Это номер 14-470, наверное. 14-400. Да, наверное, 70. С этой стороны тоже орел есть. Значит, царская. Что-то тут странно. Три пломбы за подряд. Странно что-то. Опять такой сигнал? Или не такой? Такой. Вот еще сигнальчик. Ну-ка. Походу еще есть пломбочка. Выпало. Да, еще одна пломбочка. Еще одна пломбочка. Орел есть. Номер 14-400. Одной цифры не видно, но, наверное, тоже 14-420. Брата, походу, еще одна пломбочка выпала по сигналу. Не, вывалилось уже, наверное. Да? Не знаю, опять какой-то упал. Вот, где-то на кучу. О, да. Да? Угу. Ну-ка. Еще одна пломбочка выпала. Номер. Номер начинался. А, и тут, наверное, не номер. Не, номер. 1772, последние цифры не видно. Вот тут орел. Что, еще одна? Вроде еще одна, сейчас пойдем посмотрим. Такой же сигнал. Еще одна. Орел есть. Номер 12-212. Как я нашел две. Еще. Походу еще одна. Да, еще одна. Все разрубил.
Пломбочек. Не знаю, что-то не видать. Да. Упала. Угу. Еще одна пломбочка была. А где она, блин? Как-то упала. Вот. Вот еще одна пломбочка. Отключайте, потом поищите. 14 420. Три. Да. Семь штук уже. Семь штук я нашел. Ладно, больше пока пломбочки показывать не буду. Ребята, сейчас нашел сигнальчик 82-83, даже не прыгает. Вон, вывалилось. И это у нас манитос. 15 копеек. Серебряная. И две зуба. Вот это да. Короче, 15 копеек, один злотый, 1837 год. Ни хрена себе, я таких в глаза не видел, только в интернете. Вот это да. Вот это манитос. Это Александр какой-то. Второй, наверное. Ну, орел подзатертый, ну, блин, такая монета вообще четкая. У нас такие ни разу не попадали, чтобы вот было злотый написано. Только простые копейки, 15. Вот это зачет. Мы уже, короче, из пломбочки не стали копать, неинтересно, одни и те же. Вот это я манитол сегодня дернул. Вот там, на тех выходных, вот там вот брат Петра в огне нашел, в сохране. Сейчас идем вот на эту горочку, вот сюда. Может быть, тут что и дернем. Ну-ка, давайте еще посмотрим. Фига себе, монетку нашел. Такая патина темненькая, а буквы светленькие. Зачет вообще. 60 долей за 6 серебра. У меня в этом году первая серебрушка. В этом сезоне. И сразу такая редкая, можно сказать. Таких не находили ни разу за все время поиска. Мошек налетело. Все это. Сезон комаров с мошками открыт. Чуть в кусты зайдешь, там вообще сожрут. И не сыто, и спасибо не скажут. Ладно, сейчас идем сюда. Серебро стопудово лежит. Тут походим, потом пойдем вон туда. Ну что, после серебрушки вот была вот там где-то вот внизу. Прошли вот эту всю низину, там вот по кругу, вернулись обратно на эту гору, там сигналов вообще нету. Короче, ничего нету. Здесь на горе брат опять зацепил монитосик, вот он лежит, двушечка, походу, капуста. Тринадцатого года. Да, 1813 год. Такой сохран хороший. Даже герб на орле видно. Всадника. Александр II. Николай. Какой Николай? 1813 года. Да. А, 800? Да. Короче, сегодня у нас третья монета. Все царские. Сегодня уже, блин, проходили долго, что-то с этих находок мало. Сейчас здесь маленько пройдемся, пойдем обратно на то место, где много пломб попадалось. Может, там что еще найдем. Ну, в общем, это еще все одно и то же поле. За рамки этой канавы с этого поля никуда не переходили. Пока. Продолжаю копать сигнальчики. Вот выпала конина. Такая вот прямая, узорчатая по краю.
Ничего, конечно, особенного, но все же. Продолжаем. Сейчас вот здесь похожу по кромочке. Ну что, ребята, копнул еще манитос. Вот он вывалился, лежит еще. Не смотрел. Вот такая вот монетка. Какая-то залипшая. Это 2 копейки тоже капуста. Капуста. Год не посмотреть, залипшая какая-то сильно. Ну помоется, может, что и видно будет. Так-то вроде рельеф есть. Такая монета. 4-я на себя. 4-я царская монета. Звучало 94. Что-то больно много для монеты. Для такой. Вон там стоит охотничья вышка. Если видно отсюда. Скручена на саморезы. Свеженькая такая. В том году, наверное. Все, на сегодня коп завершили. Вот такие находочки. По пломбам у брата 8 штук, у меня 7. Все однотипные, только числа разные. А так все одинаковые, орел есть на всех. Короче, наверное, царские. Потом вот у меня еще конина попалась. По 2 копейки капусты у меня попалась одна и у брата одна. У меня похуже, у брата такая посохраннее. Такая вот. Комарья жуть стала. У брата еще вот полушка Екатерины II попалась. И все. А у меня еще 15 копеек серебряная. Один злот 1837 года вообще зачет. Комарья-то в тени, вообще жесть. Такие сегодня находочки. Не знаю, откуда тут столько пломб. В одном месте они, главное. Больше нигде не попадаются. Только вот на этом пятачке. Там, если поискать, наверное, еще найдешь. Но как-то не особо интересно их искать. А? В принципе, еще можно поискать, но что-то неохота больше уже. Усталость. Жарко пить, охота, воды нету, кончилось. На этом, собственно, все. Сейчас метальчик соберем и покажу, сколько будет. Как обычно, попадается там много. Ну вот такой вот металлоломный сопутка такая вот металлоломная. Здесь самые тяжелые детали — это 5 лемехов целых. Много потом обломанных лемехов. Кусочки такие. Всякие, короче, запчасти. Сельхозназначение. Крышки вот такие. От радиатора крышка. Опять эти ленты навозные. В общем, все такое. Труба. Она опять ближе к полтиннику. Вот это все весит. В тот раз было 52 килограмма. Такие вот. Ну, специально не копали, просто которая, блин, попадается. Некоторые вообще наверху лежат. Ну что, заберем?